Грустная новость. Спаси Симпочку. Игру на самом деле удалили. А вы помните это видео Симпочки? Нет, только не это. Нет. Симпа, что случилось? Мою игру удалили с Google Play. Что? Какую игру? Спаси Симпочку, игру, которую я так долго делал. Ну, Симпа, почему? За что? Это же была безобидная игра, где нужно рисовать и спасать меня от пчелок. Подожди. Может быть, у тебя были плохие отзывы и поэтому удалили? Средняя оценка была 4.8, и почти все ставили 5 звездочек. Ну, может, тогда ее никогда не скачивала, поэтому удалили ее? Нет, хозяин, у меня было больше миллиона скачиваний. Симба, смотри, мне уже пишут отзывы, что те, кто никогда не скачивал игру, не могут ее скачать. Блин, какой ужас! Я так старался ее делать, за что так со мной? Ладно, Симба, не волнуйся, мы все исправим. Ребят, что нам делать? Нет, только не это! Нет! И что вы как понимали? Эту игру теперь невозможно найти. Через некоторые долгие минуты спустя я пролистал слишком много игр и до сих пор не нашел. Сейчас посмотрю, откуда удалили игру Симпочку-Пимпочку. Читаем. Вы удалили игру, которая нравилась 1 миллион человек. Она называется «Спаси Симпочку у пчел». Игра нравилась очень много кому, и я, и другие просят ее вернуть. Подробности игры Android. Установить мне подкладку или проблему. Контент сообщи. 2. Может быть не проверен или не актуален. Вот я везде и по запросу, почему удалили игру «Спаси Симпочку». Вот что надо показать. Вы просто понимаете. А вы помните, как вы рассказывали, что больше ничего нету на Симпочке-Пимпочке, которая игра называется «Спаси Симпочку». Я нашел только вот эту вот игру. Похоже на Симпочку, только это не автор Симпочка-Пимпочка. Там другой автор был. Сраги ничего нету. Но я пошел нашел где-то похожую игру. Опять же, не автор, не Симпочка-Пимпочка. Вот я решил все поискать. Но все-таки удалили игру Симпочку. Я решил вам показать, почему его удалили. Все благодаря отзывам хозяину, который никогда не скачивал его. Его тем более даже писали. Для начала, случайно, Симпочку игру удалили. Вы просто офигеете, а что этого происходит? Потому что Симпочку-Пимпочку удалили. Посмотрите обязательно это видео. Если еще даже удалили, если у кого-то есть игра «Спаси Симпочку», ее уже удалили. Обязательно посмотрите, потому что это видео про почему Симпочку-Пимпочку удалили. Да ладно, всем пока.